Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу с вами порисовать с черно-белого материала цветной портрет. Для тех, кто боится искать цвет лица, ну, в качестве тренировочки, посмотреть, как можно перевести черно-белое на цветное. И портрет я выбрал, это карандашный портрет какого-то западного художника. Ну, прекрасный портрет. Но для нашей задачи я решил его сделать более... вот так, наверное. Вот так. Более пронзительным. Фрагментировал его. Ну, и этому глазу нашел как бы такое место, которое должно, по идее, прозвучать. Вот. Беру здоровенную кисть, беру разбавитель, смачиваю холст разбавителем. Это канонада, это у нас новогодние праздники, так, не пугайтесь, мы не в Донецке. Цвет у нас будет очень минималистичный. Будет охра, но охра желтая. Будет красный, краплак розовый, то есть. Белило, естественно. И вот место, где будет личико. Краплак плюс охра плюс белило. Фоновые будет черный, вернее, волосы. Волосы будут черный, розовый и охра. Охра и черный дадут зеленоватый оттенок. Видите, даже кисть не меняю. Большая кисть дает динамику набора. Разбавитель дает динамику. Вы помните, я разбавителем протер. Тоже дает динамику набора. То есть такая экспрессия, исполнительская экспрессия возникает. Может быть, немножко розового.
Снова повод для зеленцы. Розовый охра в разбеле. То же самое, только светлее, то есть разбеленнее. Чуть сильнее розовит щечка. Обычно в этом месте, особенно у молодой щечки. И опять повод для легкой зеленцы. Вот этого места. И эта зеленца тоже оттеняет щечечку с ее миленькой розовостью. Розовый охра. Такие проявления набросковости стараемся эксплуатировать. То есть, когда мы уже установили место расположения бровочки, немного теперь подыгрываем, как будто нам это досталось в два движения.
Ну и, конечно, учимся у художника, ну, в данном случае, который сделал этот портрет черно-белый, учимся смазывать, обострять. Вот здесь он все это смазывает. А здесь у него, наоборот, обострено. Черный с розовым, сильный темный элемент. И рядом с этими смазанностями, смотрите, как он зазвучал. Эта линия только в одном месте обострена. Зелененка и слегка красненка, уже не в ту степень зелености. Так, ну вот такая красотулечка и работа со скупой палитрой в цвете.